Расскажите нам, кто написал для нас священный Коран и кто пронумеровал аяты. Священный Коран написали для нас подвижники от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, во времена Усмана. Он был составлен писцом откровений Зейдом ибн Сабитом и собран в мусхаф, который сейчас перед нами в одном варианте чтения. Для того, чтобы не разногласили люди. Хотя он был ниспослан в 7 вариантах чтения, но сподвижники собрали его в один вариант чтения во времена Усмана, который сейчас в наше время хвала Аллаху, и он передан от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, через сподвижников, и ничего в нем не изменилось, не исказилось. И это из проявления Аллахом к нам заботы. Поистине, мы не спаслали это напоминание, и мы его охраняем. Он его не спаслал, и он его охраняет. И это Коран. И поэтому сказал Всевышний, поистине, мы не спаслали это напоминание, и мы его охраняем. Сохранил его Аллах посредством пророка, альхамдулилля, потом сподвижников, после этого посредством обладателей знания, из века в век он хранился в сердцах и передавался от одних к следующим. И записывался в мусхафы. И все это с помощью Аллаха и сохранности от Него. Да.